Самое точное искусство без права на ошибку. Так о своих умениях отзываются татуировщики. Фестиваль нательной живописи уже в 6-й раз открылся в городе. Форум собрал сотни мастеров с иглой и красками. Ожидается, что посетителями за 3 дня станут 1000 человек. Некоторым на память о фестивале останутся не только воспоминания, но и новый рисунок на коже. Анна Гурьянова узнала, какие татуировки сейчас в моде. Мотоциклами, автомобилями, автобусами и даже самолетами на Сибирский фестиваль татуировки приезжают не только со всей России, но и из стран Азии и Европы. Этот форум считается самым крупным за Уралом. Себя показать и сделать татуировки всем желающим в Новосибирск приезжают сотни мастеров. Собраться, пообщаться, подружиться, повысить уровень, потому что мастер-класс обязательно у нас есть, потягаться в номинациях на лучшую татуировку. Фестиваль продлится 3 дня. Мастера будут соревноваться в нескольких номинациях. Черно-белое тату, орнаменты, лучшая татуировка за день. Она может быть любой сложности. Главное, чтобы была нанесена на тело добровольца за один день. Олег Бахаринцев мужественно терпит ради искусства. Чтобы успеть, мастера работают в 2 руки. Череп во всю грудь с щупальцами. Цветы и монстры, смерть с косой и ангелы вне конкуренции. Мода на татуировки с такими мотивами не проходит. Стараюсь придерживаться не моды, а своего стиля. Ну, то есть, что мне нравится, то я и колю. Например, мне понравится там цветочек, да я его сделаю. Пофиг, модный он или не модный. В моде личная уникальность человека. Каждый клиент и каждая работа для этого клиента должна быть индивидуальна. Крепкие нервы и точная рука. Татуировщику нельзя ошибаться. Один неверный укол, и картина на коже будет испорчена. Исправить рисунок нельзя. Можно лишь нанести новый поверх старого. Татуировка – это давно уже там вышла за рамки маргинальности. Это стало искусством, это реально искусство. Поймите, что холст, когда пишешь картину, его можно спрятать, порвать, выкинуть, поставить новый холст и начинать писать новую картину. С телом так уже не получится. То есть татуировка – это искусство, которое не допускает ошибок. Это может быть даже самое сложное искусство из искусств. И хочется, и колется. На фестивале можно обзавестись новой татуировкой, можно купить машинки и краску для работы в тату-салоне. Как ни странно, большим спросом пользуются предложения об удалении рисунков с кожи. Это искусство вечно. А вот холст может и передумать. Анна Гурьянова, Даниил Смирнов. Новосибирские новости.